Отсутствие тротуара, благоустройство Кореневского карьера и качество питьевой воды. Эти темы стали главными на очередной встрече Владимира Ружицкого с жителями. На этот раз она прошла в Краскове. Что еще волнует люберчан, узнавала Анна Троян. Мы открываем центр активного долголетия в помещении Дома ветеранов. Там сейчас идут работы и планируем открыть к 1 марта следующего года. Хорошей новостью открыл встречу Владимир Ружицкий. Затем обсуждение перешло в русло животрепещущих тем. Красковчане и малаховцы часто жаловались на отсутствие тротуаров и автобусных остановок. Еще одна тема на злобу дня – экология. Как добиться этого долголетия, если по периметру у нас везде свалки и полигоны мусорные? Понимаете? На полигоне Торбеева проводится система дегазации. Система планируется ввести в действие, я думаю, до конца года, что значительно снизит запахи. Учено проводится дегазация полигона. Что касаемо несанкционированного сжигания в дневное и ночное время. Днем и ночью мы регулярно делаем рейды с силовыми структурами, с привлечением Министерства экологии. За период с мая месяца демонтировано более 50 печей, незаконно установленных. Немало вопросов к управляющим компаниям. Жильцы ЖК «Грин-Сити» пожаловались на УК «Потенциал». Организация собирает деньги за коммунальные услуги в обход общих правил. Представители власти заверили, компанию освободят от работы, разбирательство уже идет. У нас там явная проблема идет. Я хочу довести до вас, до всех, что УК «Потенциал» у нас еще в декабре, в ноябре месяце должны были выставлять квитанции через мозг и сорвали этот выпуск. Эти квитанции выставляют самостоятельно. Денежные средства аккумулируют и не рассчитываются напрямую с ресурсниками. То, что сегодня уже непосредственно прокуратура занимается данным фактом. Не меньше жителей поселков волнует и качество воды. На это поступило много жалоб. Сегодня три водозаборных узла, которые подают воду на Краскова, Коренева. Альтернативы нету, но сегодня проводится ряд мероприятий по всем водозаборным узлам. В частности, водозаборный узел, так называемый совхозный, идет пересыпка фильтров. И в ближайшие две недели ситуация там по железу улучшится. Вода, но уже большая, интересует многих красковчан. Жители обеспокоены, что благоустройство Кореневского карьера так и не продолжится. Власти ответили: все впереди. Кореневский карьер в этом году мы начали, первое, мы прибрались. Второе, мы сделали там базу для развития грибных видов спорта. Сейчас документация, концепция, проектная документация в завершающей фазе. Мы ее утвердим, пройдем госэкспертизу и будем благоустраивать дальше вместе с вами. Там будет центр для семейного досуга. Также на встрече коснулись тем здравоохранения и обеспечения безопасности в новых ЖК Краскова. Все вопросы внесли в протокол для дальнейшего рассмотрения. Анна Троян, Алексей Андреев и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.